according to the best understanding, Bible scholars have been able to determine Passion Week began on Sunday. А и вот богословы, которые изучали тексты, насколько это было возможно, смогли определить, когда началась Страстная неделя. Они считают, что Страстная неделя начинается в воскресенье. And that Sunday is often referred to as the day of demonstration. И вот это воскресенье называется днем показательным днем, можно сказать, днем появления, проявления. Because there's not much ministry recorded as done by Jesus in Jerusalem on that first day. А вот в этот первый день не говорится о том, что Иисус Христос занимался каким-то служением. But that was the day in which Jesus entered the city of Jerusalem through the east gate on the back of a young donkey. Но это был день торжественного въезда Иисуса Христа в Иерусалим на маленьком осленке. And he was welcomed with open arms by the people. Люди его приняли с распростертыми объятиями. They greeted him as their king, as their liberator. Они приветствовали его как царя, как своего освободителя. This day that we often call Palm Sunday, because they wave the palm branches. And laid them on the ground before him. И вот этот день или это воскресенье мы еще называем вербовым воскресеньем, но в оригинале оно пальмовое воскресенье, потому что там его встречали с пальмовыми ветвями и махали им. As an indication that they were welcoming a king. Таким образом они показывали, что они приветствовали его как царя. Now the east gate of the city would bring the people right into the temple area. He came from the east gate. Yeah, came into the east gate. Он вошел в Иерусалим через восточные ворота, и через восточные ворота как раз попадают к храму. That gate has now been closed up in Jerusalem. А сейчас эти ворота закрыты в Иерусалиме. And according to the tradition of many, when Christ returns at the end of the age, that gate will be opened up and he will re-enter Jerusalem. По многим преданиям считается, что вот во время второго пришествия Иисуса Христа, когда он вернется, только тогда снова откроются эти восточные ворота, и он снова торжественно въедет в Иерусалим. And the significance of that day was that Jesus was welcomed as a king, as a conqueror and liberator. Этот день был знаменателен тем, что люди приветствовали и встречали Иисуса Христа как царя, как своего освободителя. And every day of that week Jesus would come into Jerusalem. На протяжении этой недели Иисус каждый день появляется в Иерусалиме. And then in the evening he would leave the city and go back to Bethany, which was up on the hillside over here. This is a deep valley. You can see the lines of the deep valley. По вечерам он уходил из Иерусалима и отправлялся в Вифанию. Вот здесь вот такая большая долина, а Вифания располагалась на холмистой местности. That map is too dark, so I'll go by this one. Так как карта слишком темная, я ее не буду использовать, только вот эту схему буду использовать. But here we have outside of Jerusalem the Kidron Valley, which is quite a drop from the city. Вот за воротами Иерусалима начиналась Кедроновая долина. And so at the end of each day, Jesus would leave Jerusalem, go down a path by the Garden of Gethsemane, and then up the hill, up to the top of the Mount of Olives. И вот каждый вечер Иисус Христос оставлял Иерусалим, шел по тропинке, проходил через Гефсиманский сад, а потом поднимался вверх. And just over the hill of the Mount of Olives stands the little town of Bethany. И поднимался на Елеонскую гору, вот как раз на Елеонской горе и располагался небольшой городок Вифания. From Bethany, it's difficult to see Jerusalem because it's slightly down the other side of the Mount of Olives. Из Вифании очень трудно видеть Иерусалим, потому что она находилась на другом склоне. But it's a view that it's a city where you look out and you can view the wilderness out towards the Dead Sea. Но с другой стороны, из Вифании тоже был открывался очень интересный вид, можно было смотреть на Мёртвое море. That's where the home of Mary and Martha
and Lazarus. Вифания была городом, в котором жили Марфа, Мария и Лазарь. And Jesus was staying in that home. И у них в гостях останавливался Иисус Христос. Bethany was about 2-2.5 kilometers away from Jerusalem. А Вифания располагалась на расстоянии где-то 2-2.5 километра от Иерусалима. So after his triumphal Sunday. Итак, после такого торжественного въезда в воскресенье. The next morning he returned to Jerusalem. На следующее утро по той же самой тропинке он возвращается в Иерусалим по долине. And that second day is often referred to as the day of authority. А вот второй день, понедельник, часто называют днем проявления власти. And that was the day that Jesus did many positive acts of ministry. А вот в этот день Иисус Христос сделал очень много дел и чудес, просто занимался служением. Many healings in the temple area. Были исцеления на территории храма. He caused some conflict because he cleansed the temple that day. И в этот же день, в понедельник, он занимался очищением храма. Remember the time. В результате чего возник конфликт. This time when Jesus was in Jerusalem was the time of the Passover. В это время, когда Иисус Христос пришел в Иерусалим, приближался праздник Пасхи. And there were very many pilgrims in Jerusalem to come from all over the Roman Empire to celebrate the Passover. И поэтому очень много пилигримов, так странников, да, со всех сторон приезжали для того, чтобы праздновать праздник Пасхи. And when these people would come to the temple and they'd want to sacrifice at the Passover. Когда эти паломники приходили к храму, естественно, что они желали принести жертву пасхальную. The temple would not accept the money from the different provinces of the Roman Empire. Так как в разных провинциях Римской империи была своя денежная система, то в храме не принимали те деньги, которые были в других провинциях. Because that money would have a picture of the Roman emperor on it, and they considered that to be idolatry. Потому что на этих монетах часто было изображение римского кесаря, а это считалось идолопоклонством. And so they developed their own temple currency. Поэтому у них возникла своя храмовая валюта. Kind of like what they've done in Europe now. They've developed the euro. So you don't have your national coinage anymore. You have to get euros. Как вот, например, сейчас в Европе, да, используют общую валюту евро, и не нужно каждой стране использовать свои деньги. So if you were a pilgrim from somewhere else in the empire. А если вы были, например, паломником, который пришел из какой-то другой части Римской империи. And you wanted to get an animal without blemish that could be offered in the sacrifice. А вы хотите купить животное, агнца, например, без порока и без изъяна для того, чтобы принести в жертву. The Jewish authorities found a way they could make some money. Была придумана целая система для того, чтобы иудейские власти могли заработать на этом деньги. And so they would provide animals that people could come and purchase for their sacrifice. Поэтому они предоставляли животных, чтобы их с собой не нужно было привозить, их можно было купить. Well, when Jesus saw this, he became very angry. И когда Иисус Христос это увидел, естественно, что он был в гневе. And he showed his authority as the Son of God by going in there and with his whip and knocking over the money changers' tables and И вот именно в этот день он продемонстрировал свою власть, власть Сына Божьего, и взяв в руки кнут, он переворачивал столы, менял и остальное их оборудование, и выгонял их из храма. Where he declared, "My house shall be called the house of worship, and you've made it into a den of thieves." И именно в этот день он заявил, что дом мой домом молитвы наречется, а вы превратили его в вертеп разбойников. And so that second day, that Monday was called the day of authority. А поэтому понедельник, вот второй день Страстной недели, и называется днем проявления власти. But while Jesus expressed his authority as the Son of God,
He incurred the anger and the hatred of the religious leaders. Естественно, что продемонстрировав такую вот власть Сына Божьего, Иисус Христос встретился с протестом со стороны иудейских руководителей. And so the leaders began to start to criticize Jesus before the local people and began to share that he was a false Messiah. He was. Естественно, что эти люди начали критиковать Иисуса Христа и распространять слухи в толпе, что он был лже-мессией, что он был еретиком. And so Jesus went back to Bethany on Monday night. А вечером в понедельник снова возвращается Иисус Христос в Вифанию. And Tuesday morning he returned to Jerusalem. А вот во вторник утром он снова возвращается в Иерусалим. By Tuesday he was being rejected by the people of Jerusalem. А то уже ко вторнику люди стали его отвергать. Because of the seeds of doubt that were being planted in them by the Pharisees and the Sadducees. Потому что уже к этому времени фарисеи и саддукеи посеяли семена сомнения в их умы. And so Tuesday became known as the day of conflict. Поэтому вторник называется днем конфликта или днем противостояния. It was that day that Jesus sat on the side of the Mount of Olives and told his disciples about the difficulties of the end times. Именно в этот день, во вторник, на Елеонской горе собирает Иисус Христос своих учеников и говорит им о том, какими трудными будут последние дни. And it was that day he predicted to his disciples that he would die. В этот день он говорит своим ученикам о том, что ему надлежит умереть. Well, again, on Tuesday night he returned to Bethany to be with Mary and Martha. А во вторник вечером он снова возвращается в Вифанию и проводит время с Марией и с Марфой. And then the next day was Wednesday. А следующий день это среда. But there was no there's no record of any activity of Jesus during that day. Однако в Библии не описывается ничего что происходило в жизни Иисуса Христа в этот день. Apparently he didn't go into Jerusalem on Wednesday. Скорее всего, в среду он не ходил в Иерусалим. Possibly it was because of the conflict of the day before, maybe he wanted to let things cool off a little bit. Может быть, из-за того, что в предыдущий день было столько много конфликтов, может, он ожидал, чтобы люди угомонились немножко. We do not know why Jesus did not go into Jerusalem that day. Мы не знаем, почему Иисус Христос в среду не пошел в Иерусалим, а оставался дома. And then Thursday is known as the day of preparation. А четверг – это день подготовки. That's when he went back to Jerusalem. В этот день он снова возвращается в Иерусалим. To the upper city, up on the hillside, to a room called the upper room was in this part of the city. А вот в этой части города располагалась как раз горница, в которой он собирался с учениками. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. And it was that day that he went down into the Garden of Gethsemane after the dinner. А вот в этот же день, четверг, он отправляется в Гефсиманский сад после вечери. And then it after midnight we come into the Friday, the day of Friday. А далее пятница. Which is known as the day of suffering. А пятницу называют днем страданий. And it was that day that he went through his trials, several trials. А вот именно в пятницу ему пришлось предстать перед несколькими судьями. And ultimately was taken to the hillside of Golgotha. И в конце концов это все закончилось тем, что ему пришлось идти на Голгофу. Голгофа вот здесь вот располагается. And crucified. Where he died and was buried. И было распятие в пятницу, и в пятницу же было погребение. Saturday is known as the day of absence. Суббота называется днем отсутствия. Because there he was in the tomb, and the tomb was visited by the ladies and women and so forth.
But Christ lay in the tomb on Saturday. А потому что в субботу Иисуса Христа еще никто не видел, потому что он был в гробе. Женщины, конечно, пришли к гробнице. And then finally Sunday, the day of triumph. The day of the resurrection. И вот воскресенье, это торжественный день воскресения.